Я знаю, ты скучала без моих уроков, поэтому приступаем. Вновь пора в школу. И сегодня я хочу рассказать тебе, чем отличается в английском языке пустыня от десерта. Эти слова, вот они очень похожи пишутся, но читаются не сильно похоже. Пустыня произносится desert, desert, desert. А вот второе слово, то есть десерт, это уже dessert, dessert, dessert. Но, кстати, есть один интересный момент, что dessert, вот именно в таком спеллинге, как пустыня, а читается так как десерт, при этом dessert, это еще и дезертировать. Так что полный дурдом, обязательно знайте контекст, иначе без него никак правильно не перевести. Ну и напоследок упражненица вам на тренировку. We deserted through a desert with a dessert. We deserted through a desert with a dessert. На этом все. Вкусных вам десертов. Пока.